Здоровые дети – залог здоровой нации. В медицинском центре «Жемчужина Стамед» в детском отделении ведут прием педиатр, эндокринолог, невропатолог, лор-врач, логопед-дефектолог и аллерголог-иммунолог. Большинство аллергических заболеваний дебютируют в раннем детском возрасте, поэтому основная задача родителей – вовремя обратить внимание на необычные реакции ребенка на окружающие его предметы. Это продукты питания, мягкие игрушки, домашние животные, домашняя пыль, пыльца растений и так далее. Чем раньше вы обратитесь в наш медицинский центр, тем быстрее мы сможем провести полное аллергологическое обследование, а это, в свою очередь, подарит нам возможность правильно поставить диагноз и вовремя начать лечение, и подарит малышу шанс на долгую, счастливую, здоровую жизнь. В детском отделении широкий спектр лабораторных исследований. Уникальный аппарат «Иммулайт», который определяет 320 аллергенов, проводит развернутую аллергодиагностику. Деткам до 5 лет проведение кожных скарификационных проб противопоказано, поэтому основной метод диагностики будет лабораторная диагностика, то есть определение наличия аллергенов по венозной крови при помощи аппарата «Иммулайт 2000». Которые имеются в нашей клинике. В медицинском центре «Жемчужина Стамед» открылся кабинет фиброгастродуэноскопии. Обследование, именуемое глотанием трубки, используется для постановки диагноза при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Этот аппарат используется для взятия биопсийного материала из дистальных отделов 12-перстной кишки для точного постановки диагноза целиакии. Имеется возможность определения кислотности и хеликобактер пилори с помощью взятия биопсийного материала и дыхательных тестов. Данная аппаратура уникальна, является большим подспорьем для уточнения диагноза при аллергических реакциях. Учитывая, что этот аппарат является самым тонким в своем классе и составляет диаметр рабочего конца 5,5 мм, он имеет возможность осмотра детей с нуля до более старшего возраста. У нас в медицинском центре «Жемчужина Стамед» ведут прием детский невропатолог, невролог. И сейчас вводятся такие новые технологии, новые методы лечения в комплексе для детей с поражением центральной нервной системы ДЦП. Детский церебральный паралич с двигательными нарушениями дети. Это прием будет вести реабилитолог, потом гидротерапевт, врач ЛФК, массажист, физиотерапевтическое отделение работает. В медицинском центре «Жемчужина Стамед» уникальное реабилитационное лечение по израильским компьютерным технологиям, биологическая обратная связь, которая основана на принципах саморегуляции пациентом некоторых своих физиологических функций с использованием специальной аппаратуры. В восстановительно-реабилитационном отделении все виды массажа, физиолечения и водолечения. Гидротерапия – это комплекс упражнений, которые проводятся в бассейне, потому что в воде мышцы расслабляются лучше. И поэтому те упражнения, которые мы не можем, ЛФК, лечебная физкультура, которые мы не можем сделать это так, без воды, в воде мы комплекс этот упражнения расширяем, потому что становится легче растянуть мышцы, и поэтому эффект от гидротерапии намного лучше. Записаться на прием к педиатру, к детскому эндокринологу, невропатологу, лор-врачу, логопеду-дефектологу и аллергологу-иммунологу можно по телефонам единой справочной службы в Кустанае 503-300, в городе Рудный 944-44 или онлайн на сайте клиники medclinic.kz. Медицинский центр «Жемчужина Стамед», улица Наримановская, 54.